Всем привет, друзья! Вы на канале ДТВ, и сегодня нам прислали из Китая специальный пробный вариант джойстика нового, которого еще нет в продаже. Сейчас вот мы получили его в СДЭКе. Вот сейчас пойдем в машине и посмотрим его. Ребятушки, да. Значит, смотрите. К нам обратился производитель MobiPad. Вот он. Логотипы. С просьбой, чтобы мы сняли видеообзор на данный джойстик. Джойстика данного в России пока нет в продаже. Ни в Беларуси, ни в России. Вот, он продается только на рынке Китая. Вот, дали мне полностью характеристики отдельные, я вам прочитаю, все напишу в видео. Вот, вот такая вот коробочка. Вот, насколько мне помнится, данный джойстик универсальный. Он как для компьютера, так и можно подключать его, в принципе, к разным приставкам. Хочу поблагодарить компанию MobiPad за доверие нашему каналу ДТВ в том, что дали нам такое чудо опробовать первым, заметьте, в России вообще первый будет обзор по данному джойстику. Итак, давайте мы приедем на место уже и, соответственно, с вами посмотрим. Да, эти прекрасные улицы — это город Санкт-Петербург. Сегодня хорошая погода, 11 июня 2023 года. Поехали. Сейчас будем пробовать подключать джойстик к Android-системе на автомобиле. У нас вот такой большой экран, 10-дюймовый, даже, по-моему, 10.1, если правильно говорить. И MobiPad. Наш прекрасный джойстик. Погодка у нас в Санкт-Петербурге испортилась, к сожалению. Вот. Но наш джойстик, конечно же, все исправит. Потому что мы можем сейчас сесть в машине и поиграть в игры. Для этого нам потребуется всего 5 минут времени, чтобы его подключить. Поехали. Итак, еще раз. Значит, вот такой MobiPad джойстик. Вот такие кнопочки здесь. Модель Pro HD. Итак, ребятушки, значит, смотрите. Заходим в меню. Заходим в настройки. Выбираем Bluetooth подключение. Так, подключение Bluetooth. И вот здесь включаем вот эту кнопочку. Вот. И наше устройство найдено. То есть мы когда как ищем, также зажимаем эту кнопку, домик, и он его находит. То есть видите, он подключился. То есть джойстик, видите, работает. Да, сюда. Итак, давайте выберем с вами сейчас какую-нибудь игру. Во-первых, вот можно управлять. Сейчас выберем с вами игру. Так, у нас запускается игра. Вот. Очень приятный хват здесь. А погодка очень плохая, к сожалению. Питер. Питер, конечно же, да. Чтобы вы понимали, что это автомобиль, а не где-то там. Do any lies.
поехали, друзья. Ну. Смотрите. Видите? Левый триггер дважды. Видите, все заработало. Ну, то есть он тестовый, как бы показ. Видите, все как бы работает здесь прекрасно. Вот. Вот мы сейчас пробуем раз с вами. Финтюша. Видите? Вот две кнопки. Опа! Так, давайте сейчас еще какую-нибудь игру пройдемся с вами, посмотрим, как это будет работать. Вот, то есть вы сами видите, вообще прекрасно. Просто. Так, друзья, предлагаю скачать приключения черепашки ниндзя. Так, установка. Поехали. Надеюсь, сейчас пойдет все прекрасно. И сможем поиграть с вами в черепашек ниндзя. Да, на этом джойстике можно все. Видите, можно также кнопочки здесь назначать. Напоминаю вам, что вы на канале ДТВ. Вот, нам предоставила компания MobiPad данный джойстик. Очень благодарим вас за это. Вот. Что доверили нам данный джойстик испытать, посмотреть его полностью. Вот, абсолютно бесплатно, между прочим. Ребятушки, давайте вы в комментарии напишите 10 преимуществ на ваш взгляд данного джойстика. Вот. Давайте так, наберем 1000 лайков. 10 тысяч просмотров хотя бы минимум. И мы разыграем данный джойстик. У кого самые лучшие будут характеристики, тот, кто напишет 10 лучших преимуществ по данному джойстику, тому данный джойстик пойдет в подарок бесплатно. То есть мы его разыграем. Но для начала нам набрать надо 10 тысяч просмотров и 100 лайков минимум. Так что пишем комментарии обязательно. 10, значит, преимуществ. И, ребятушки, пожалуйста, лайк ставим и подписка обязательно на канал. Вот, тот, кто не подписался, участвовать не будет. Итак, пробуем запустить игру. Сейчас будем пробовать. Тут, конечно, мне, видите, неудобно одной рукой снимать, другой штатив я не взял, к сожалению. Ну, давайте попробуем правой. Все-таки кнопки все здесь. Не знаю, как он. Ну, по идее, должен заработать. Просто игра, если... А то заблокировано. Так, сюда. Сюда. Так. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Бред такой. Так. Так, ну здесь, наверное, надо настройка где-то выставлять этот джойстик. Ребята, да, также подскажите, как на Android выставлять, чем здесь можно джойстик, это чтобы поиграть. Итак, давайте перейдем на Windows, вот, и там уже продолжим. Ёбушки-воробушки. Даниила Андреевна, как вам в Геленджике, расскажите, пожалуйста. Как вам в Геленджике? Вам понравилось здесь? Вы столько уже объехали. Вот. А вы расскажете что-нибудь о джойстике, который мы рекламируем? Классный, классный же джойстик, да? Согласна? И я согласен.
Ну, ребятки, подписывайтесь, мы геленджики. Вот такая у нас красота. С вами канал ДТВ и Даниил. Поставьте лайк за Даниил. Итак, всем привет. И мы продолжаем свою рубрику из Новороссийска «Шато Пинот». Это у нас вино Абрау Дюрсо. Смотрите, какая красота. Такие горы у нас. Это я немножко вас отвлек от джойстика. Джойстик у нас прекрасный. Да, ребятки, мы свое видео очень долго снимаем с джойстиком. Видите, разные локации меняем с Санкт-Петербурга. В Ростове были, в Новороссийске. Вот посмотрите, как красиво там море. Красотища. Мы находимся вот наверху. Здесь вот виноградные поля. Такая гора Колдун здесь. Красивая. Черное море. Вот. Еще раз надо сказать спасибо китайским нашим партнерам, которые предоставили джойстик. Мы для вас стараемся. Вот, кстати, смотрите, здесь на Новороссийске 4 километра. А Абрау Дюрсо — это не доезжая широкой балки, чтобы вы понимали. Ой, Абрау Дюрсо, Шато Пинот. Вот виноградники. Шато Пинот. Так, друзья, мы сейчас сравним несколько тоже джойстиков с вами. Вот мавопэд наш, механический геймпад, имейте в виду, это хорошего качества. Xbox 360 тоже сравним с ним. Вот. И, кстати, он работает с Nintendo Switch Lite. Мы его тоже сейчас протестим и также протестим на компьютере. Итак, если что, продается такой джойстик на Алиэкспрессе. Механический геймпад. Разные, видите, здесь есть модельки. Сайт. Вот, значит, какие тут варианты у нас есть с вами. Так, не туда. Значит, есть проводные. Они по 4105 рублей. Бесплатная доставка. Черные, белые. Вот такие вот беспроводные. 4369. Кстати, вот эта модель. Вот она. Которая у нас. На 4369 рублей. 94 копейки стоит. Вот. Вариантов куча здесь. Черненький, пурпурный есть цвет. Вообще красавец, посмотрите какой. На 6000. Вот описание. Механический геймпад с механическими кнопками. Кстати, у них еще, ребятушки, здесь съемные все эти штучки. Видите, снимаются полностью. Можно менять. И ставить обратно. Итак, давайте проверим, просто чтобы вы понимали. Значит, смотрите, как здесь кликает, какая кнопка. Слышите? Вот здесь. Цокает, да, чуть-чуть, как бы. Есть такое. Значит, курсор. Курсор. Громче. Вот это вообще бесшумно, видите? Но у них вот здесь. Вот этот джойстик вообще мне не понравился. Это Sony PlayStation 4.
получается. Ну, ребята, он не работает вообще нигде. То есть компьютер его не подключить. Можно подключить его, там надо с бубном поработать. К Nintendo он не подключается. К Android тоже он не подключается. То есть он сразу выходит с нашей игры. Вот этот джойстик хороший для Nintendo. То есть он подключается, работает. Но он не такой удобный. У него не механические вот эти кнопки. Вот. Сейчас. Вот так вот. Сейчас я поставлю секундочку. Так, поставил я кнопочку. Этот курсор обратно. Вот. Здесь вот этот джойстик можно сравнить только с Xbox 360. Вот. Здесь аккумуляторная идет батарея у него. Ну, я отдельно ее покупал. Здесь, ребята, уже аккумулятор идет. Его не надо покупать. То есть здесь аккумулятор уже встроенный. Через Type-C очень быстро заряжается и хватает его на месяц. Точно у меня вообще не разряжается. Вот этот джойстик хватает на 2 недели, к примеру. Вот, они очень достойные, да, то есть, внимание, вот. Если выбирать между Xbox и MobiPad, честно вам скажу, я все-таки возьму вот этот джойстик. Он будет и удобнее, и лучше. Здесь можно и поменять все это крестовины. Здесь, видите, это все несъемное, то есть, если это ломается, ну, как бы, вот это все стирается, это уже под выкидыш получается. То есть, вот такие накладки приходится ставить. Вот. Здесь как бы в этом плане все хорошо. Сломалось, поменял. Я надеюсь, что у продавца в будущем будут вот эти вот, ну как бы курсоры продаваться, там можно будет менять их. Вот. Здесь можно, кстати, курсор выставить обычно, как вот здесь, такого плана. Ну, мне вот этот нравится больше, я такой поставил здесь. Вот, кнопок очень много. Вот, если его сравнивать здесь ничего нет. Извините меня. Этот вид джойстик 12 тысяч стоит, вот этот новый. Против 4900 рублей, там 5 тысяч. Но самый там блатной, там видели, уже 6700 стоит. Даже с условием нового курса. Друзья, ну и заключение. Вот, мы доснимаем до конца свой новороссийский джойстик. Смотрите, как мы подключаем джойстик Nintendo. Очень просто. Заходим в контроллер. Вот сюда. Изменить способ. Окей. Так. И вот здесь нажимаем центральную кнопочку. Все, его нажали. И у нас сейчас немножко подождать надо. Найдется джойстик. Все у нас работает прекрасно. Давайте сейчас загрузим какую-нибудь игру. Так, его игра Spyro, проверяем, как у нас джойстик будет работать. Так, проверяем, как бегает он. Очень надо настраивать еще джойстик здесь под себя, конечно. Вот, можно видеть, так же здесь. Итак, друзья, подписывайтесь на канал ДТВ. Однозначно джойстик рекомендую. Всем пока-пока.
Как дела? Даниэла на лошадке.